Читайте только в МК Эстонии. Женщина потеряла дочь из-за того, что врачи не могли поставить правильный диагноз. И уже несколько лет не может добиться справедливости в суде. Мы выяснили, как затягивают процессы и давят на истца. Мошенники обманывают покупателей домашних животных. МК Эстонии узнала, как можно купить очень дорогого щенка, который окажется больным или вообще умрет. А вернуть деньги уже нереально. Конкурс «Моя новогодняя елка» на финишной прямой. Последний шанс сфотографировать свою елку и побороться за призы. Все условия в газете. МК Эстония. Ваш семейный еженедельник. Плюс новости каждый день читайте на сайте www.mke.ee.